Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Таша в магазине. Сегодня я в Светофоре, который находится по адресу Стасова, 178/2, город Краснодар. Это торговый центр Медиаплаза. Вход в торговый центр по QR-коду. Но если вы скажете, что идете в Светофор, вас пропустят без него. Посмотрим, что есть интересного в этом магазине. Друзья, всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю приятного просмотра. Плакат «Раскраска рулон», мегаразмер, 70 на 100 сантиметров. Есть различные картинки: «Животный мир континентом», «Транспорт», «Однажды в космосе», «Мечты единорога», «Сказочные феи», «Мир динозавров». Вот так выглядит плакат «Раскраска». Он действительно очень большой. Впереди новогодние каникулы, можно будет всей семьей заняться интересным делом. Изготовитель — Свердловская область. 97,50. Увлекательное путешествие по окружающему миру с почемучкой. Умная игра-бродилка. И вторая умная игра-бродилка с буквами и звуками, цифрами и числами. Учимся с Буратино счету и грамоте. Нашла скрытую упаковочку, сейчас покажу вам содержимое. Игровой лист. Фишки и кубик. Да, друзья, на самом деле впереди каникулы. Можно заняться с детьми. Цифры. Фишки с цифрами. Два листа. И буквы. Игра с буквами. Буквы изучайте и легко играйте. 80 элементов. Игра с цифрами. Состав числа. Сказочное поле. Дорога в школу. Игра со словами, 30 элементов. Издательство «Учитель», город Волгоград, 215,50. Печенье «Колечки нежность», вес 0,5 килограмма. Изготовитель — Астрахань. Мы такие тоже покупали, очень вкусные. 86,50. Печенье «Карамельные колечки» со сгущенкой и арахисом, вес 700 грамм. Изготовитель — Астрахань, тоже такие очень вкусные. 116,50. Торт «Мокко», кубанский кондитер, тортик медовый, изготовитель — город Армавир, Краснодарский край, вес упаковочки 1 килограмм. Тортик очень вкусный, мы брали, нам тоже очень нравится. 158,50. Печенье «Сэндвич Тимми» с клубникой и сливками, 168 грамм. Конти — это у нас город Курск. Такие вот сэндвичи. 61 рубль. Азовская кондитерская фабрика. Вес такой упаковочки 1 килограмм. 143,50. Также в наличии есть новогодние подарки. Цена в этом магазине 249,90. Полный обзор новогоднего подарка можно посмотреть на моем канале. Конфеты шоколадные. «Мишка в лесу» с начинкой и вафельной крошкой. Вес 0,5 килограмма. «Победа», это город Москва, 142,50. Конфеты вафельные «Амаре» со вкусом топленого молока в молочном шоколаде. Кондитерская фабрика «Победа», вес 500 грамм, 115,50. Крабовые палочки мороженые, «Шхуна», «Санта Бремор», вес такой упаковочки 0,5 килограмма, 63,50. Крабовое мясо мороженое, также изготовитель — «Санта Бремор», 0,5 килограмма. 63,50. Рулет мороженое «Монарх», масса нетто 550 грамм, грильяж с прослойками глазури, ГОСТ, изготовитель — Москва, 209,90. Тушка утенка замороженная, первый сорт, изготовитель — Ростовская область, 210 рублей за килограмм. Окорочка свежемороженые, изготовитель — город Самара, 129,90. Голень индейки замороженная, изготовитель — Ростовская область. Не забывайте смотреть сроки годности. 158,50. Кита свежемороженая. Видно, что очень свежая. 296 рублей за килограмм. Сырокопченый бекон дмитровский. Вес такой упаковочки 200 грамм. 92,50. Форель филе слабосоленая,
изготовителем город Москва. Вес такой упаковочки 150 грамм. Мы такой брали, нам очень понравилось. Единственное, смотрите срок годности. Не забывайте, всегда предупреждаю. 168,50. Прессирвы мидии в рассоле. Изготовитель город Москва. Не забывайте также смотреть сроки годности. Масса нета 500 грамм, масса основного продукта 200 грамм. 144,50. Прессирвы кальмар в рассоле. Также масса нета 500 грамм, масса основного продукта 200 грамм. 151,50. Морской коктейль в рассоле. Масса нета 500 грамм и основного продукта 200 грамм. Также изготовитель город Москва. 158,50. Шампиньоны по-корейски с морковью. Масса нета 550 грамм. Изготовитель Краснодарский край. 86,50. Филе индейки замороженное. Ростовская область, изготовитель. 335,50. Набор стаканов мультиколор. Объем каждого стакана 250 миллилитров. В наборе 6 стаканов. Изготовитель гусь хрустальный. Материал стекло. 279,50. Бульонница прозрачная. Объем 560 миллилитров. Материал стекло. Изготовитель гусь хрустальный. 54,50. Тарелка десертная с рисунком мрамор. Диаметр 20 сантиметров. Изготовитель Нижегородская область. $57,50. Тарелка диаметра 19 сантиметров. Фарфор. Изготовитель Китай. $57,50. Из этой же серии салатник. Диаметр 17 сантиметров. Объем 510 миллилитров. Материал фарфор. Изготовитель Китай. $56,50. Жидкость для розжига. Объем 1 литр. Изготовитель Самарская область. $36,50. Салатник гладкий. Материал стекло. Объем 2 литра. Изготовитель Нижегородская область. $84,50. Форма для запекания стеклянная. Объем 3,5 литра. Размер 37 на 22. И высота 7 сантиметров. Изготовитель Бразилия. Форму для запекания можно использовать в духовках и микроволновках, а также можно мыть в посудомоечных машинах. $292,50. Блюдо сервировочное, 32 сантиметра, люминарк, опаловое белое стекло. Люминарк – это Франция. $179,90. Чайный набор 12 предметов. Опаловое белое стекло, 6 блюдец и 6 бокальчиков. От фирмы Luminarc. $625,50. Набор посуды 6 тарелок 19 сантиметров, 6 тарелок 23 сантиметра и 6 кружек. 6 кружек, опаловое белое стекло, 6 тарелок диаметром 19 сантиметров и 6 тарелок диаметром 23 сантиметра. 1 269,90 рублей. Набор бокалов для шампанского. В наборе 6 штук. Изготовитель гусь хрустальный, материал стекло. $257,50. Салфетки бумажные перышко, размер 33 на 33, трехслойные, 20 штук в упаковке. Нежные, очень симпатичные. Изготовитель Ростовская область. $31,50. Салфетки бумажные, двухслойные, 180 штук в упаковке. Очень удобные в использовании. Размер 200 на 200. Изготовитель Краснодарский край. Вот второй вариант. $42,50. Набор мучных изделий ассорти, вес 900 грамм. Изготовитель город Булькевичи, Краснодарский край. $186,50. Восточные сладости, мучные пахлава. Вес 1 килограмм. Изготовитель Армавит, Краснодарский край. $206,50. Десерт «Сладкая история». Вес 0,5 килограмма. Изготовитель город Астрахань.
89.90. Не забывайте ставить пальчик вверх или вниз, если понравилось или не понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие обзоры. Всем желаю хороших покупок, отличного предновогоднего настроения и до новых встреч!